Всем привет! Сейчас бывшая жена футболиста Андрея Аршавина оказалась в тяжелом положении. Мать троих детей с серьезным заболеванием практически оказалась на улице. Татьяна Аршавина через суд добилась выселения бывшей невестки из дома, где та проживала, будучи в браке с Андреем Аршавиным. Алиса в отчаянии рассказывает о своей беде на телевидении. Мать Аршавина же считает Казьмину душевно больным человеком и уступать не собирается. Женщина давно решила выселить бывшую невестку из своего дома. Месяц назад суд одобрил это решение. После постановления Казьмина попрощалась с близкими и родными. «Мои милые, самые любимые детки, простите меня за опустившиеся руки, за то, что так и не смогла выздороветь, обеспечить и сохранить вам достойную жизнь». На ток-шоу Казьмина в слезах говорила, что находится на грани, она просила об отсрочке, ведь в таком состоянии оказаться с детьми на улице немыслимо. Мать Аршавина в разговоре с журналистами объяснила свою позицию. «У человека шизофрения», — говорит о бывшей невестке Татьяна Ивановна. «Она просчитала все свои шаги далеко вперед. У Андрея ангельское терпение, а он так сильно пострадал от нее, еще жалеет ее и не применяет никаких моментов. Она высосала из нее огромное количество денег, аферистка, которой нужны только деньги». Общественность, в свою очередь, разделилась на два лагеря. Одни считают, что бывшая свекровь ведет себя не по-человечески, другие же верят, что Казьмину настигла карма и плакать нет смысла. Конечно, возникает большой вопрос, на каком основании Алиса должна оставаться в доме Андрея. Нет закона, по которому родители обязаны прописывать собственных детей, говорит адвокат. Насколько я понимаю, Аршавин переписал все свое имущество на маму. Хитрый паренек. У Алисы своего жилья нет. Андрей ведь забрал ее у другого мужчины. Ни ей, ни детям он ничего не приобрел, о прописке своей дочери он не позаботился. Алиса прописана в маленькой однушке своей мамы. Если бы Есения была прописана в собственности у отца, Алису автоматически можно было бы зарегистрировать туда. Представляете, насколько Аршавин и его мама продуманные? Я помог Алисе подготовить документы для подачи в суд на отсрочку вступления в силу принятого ранее судом решения о ее выселении из дома Аршавиных. Также будем работать над иском бывшей свекрови о 2 миллионах за проживание Алисы в их доме. Она может не дожить до решения судов, а мама Аршавина может рассказывать потом что угодно. Неужели она возьмет на себя такой грех, решительно заявил адвокат Казьминой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!